как меня ты терпела. Ни слова про деньги, и пусть нам просто любить так хотелось. Я низко опускал руки, но ты крепко держала ладони. Твоя вера спасала меня, да, руки я заново понял. У меня просишь остаться, отпускай вновь из дома. Но я тороплюсь обратно, чтобы увидеть тебя снова. Мы разберем подробнее именно момент, когда мы играем перебор. И тут внимательно играем открытую струну и акцентированно нажимаем и быстро отпускаем. Ставим палец на первый лад и убираем тут же его. Это делаем быстро. Играем, ставим, убираем. Вторая часть начинается в начале точно так же, но с одним условием. В этот момент мы играем открытую струну и левой рукой также зажимаем первый лад, но уже не отпускаем, а удерживаем. В этот момент правая рука не участвует, только играет открытую струну. Повторим. Сначала в медленном темпе. Перед тем, как мы будем учиться играть бой,
нужно изучить один элемент. Называется глушение. Для начала мы должны научиться делать вот такой элемент. Берем руку, сжимаем кулачок на полусгибе, надвисаем над струнами и разжимаем пальцы. Теперь мы должны научиться их как можно быстрее приглушить. Мы их играем, пытаемся приглушить. То есть берем кулачок, разжимаем и пытаемся тут же ладонью приглушить струны. Нам нужен этот звонкий звук. Бой мы разделим на две большие части. Первая часть будет составлять из движения вниз, вверх глушение, вверх, вниз. Играем вниз, пауза, потом вверх, тут же глушение, и тут же вверх, вниз. Играем вниз, пауза, вверх глушение, вверх, вниз. После последнего движения первой части вниз мы держим паузу. Во второй части мы уже играем другой аккорд. Вторая часть у нас составлять будет из движения вверх-вниз, глушение, вверх-вниз-вверх. Играем вверх сразу же вниз, пауза, глушение. После глушения тут же вверх-вниз-вверх. Соединю две части.